Ребята, всем доброе утро. Вот уже поставили на костер чайничек. В общем, я встал пораньше, чтобы разжечь костер, друзья, и насладиться. А утром, собственно, утро в горах — это прям бомбическое такое ощущение, зрелище. В общем, ребят, мы сейчас завтракаем и едем на очередную видовую площадку. Все, друзья, чайник закипел. Идем завтракать. Еще раз всем доброе утро и приятного просмотра. Друзья, сейчас едем к пещере Эмине Баир Хасар. Говорят, что эта пещера даже поинтереснее, чем мраморная пещера. Перед тем, как мы заедем в пещеру Эмине Баир Хасар, мы поднимемся выше и покажем вам офигенный просто вид. Друзья, сильный ветер. Собственно, видите южную сторону Демирджи. Северная сейчас за облаками, за туманом. Заканчивается Долгоруковская Яйла. Вот видно трасса. Это не просто трасса, это Ангарский перевал. Видно. На Ангарский метров. Перевал. Посмотрите, как здесь. Обалдеть, да? Вообще. Уважаемые гости, просим вас не оставлять ценные вещи в автомобилях без присмотра. Парковки не охраняются. Пещера Эмине Баир Хасар. Друзья, парковка бесплатная. Вот, там, в принципе, есть указатель, что она бесплатная. Ну, табличка. А на территории есть туалеты. Ну и, собственно, идем к самой пещере. Сейчас очень ветрено, я думаю, вы заметили уже, да, по нашим видосикам. Я травы собирала, когда людей отправляла. Здесь очень много железницы, чабреца, лимонника. Ну вот, Дарина говорит, что здесь очень много железницы, чабреца, лимонника. А лимонник — это и есть железница? Вот, ну, в общем, вот сейчас вот спускаемся по ступенькам. Сейчас, естественно, вход посмотрим, он тоже другой. Да, ну, единственное, посмотрим, возможно, придется ждать. Так, Ленька чуть не упал. Ударился. Так, спускаемся по ступенькам вниз. Слева указатель. Осторожно, в лесу клещи. Куда? Здесь пилео кофе можно попить. Лёнь, не спеши. На территории есть музей. Видно то, что нашли в этой пещере. А вон направо написано пещера. Там музей. Уважаемые посетители, камни посторонних предметов в колодец не бросать. Внизу находится экскурсионная группа. Это тоже естественный вход в пещеру. Согласно легенде, Эмине и Хасар сюда провалились. Помнишь, я рассказывала? Почему называют пещерой мамонтов? Потому что там нашли кости
кости древние. Саблезубый тигр, мамонт. И, скорее всего, это настолько древняя пещера, что бродили по этим плато эти животные и каким-то образом проваливаясь туда, гибли, и кости остались. Естественный вход в пещеру. Это вот по этому входу, собственно, и поняли, что здесь пещера. А неестественный вход сейчас мы вам его покажем. Начинается дождик. Сувениры всякие продают. А вы ждете, да? Да. Сейчас без 20 начинается экскурсия. Вот такие вот сувенирчики продаются. Два взрослых, один гид. Да, да. Это будет 1250. Расценки и маршрут. Мы взяли вот это 25-30 минут. Вот. Ну, смотрите, время мишевой экскурсии написано 12.40. В 12.40 там на входе сбор будет произойти. Все, спасибо. Почти 13 градусов тепла. Булочки, ну что, давайте. Так, отдаем билетики. У нас время ограничено. У нас по времени, да, нам еще ехать далеко. В то время буду вас сопровождать в прогулке по пещере. Там надо соблюдать правила поведения, никто никуда не бежит. Идем по пещере чинно. Ниже двери надо будет за собой прикрыть. Пойдем. Я буду снимать тебя, ты снимаешь меня. Дайте посмотреть, держись за дверь. А я сами нашли. Дверьку прикрыть. Все, начинается темнота. Последние, закрывайте двери. Вот они, мыши летучие, вот висят. Вот они, да. Вот сюда надо сейчас попросить, я сюда буду. А это что это за? Летучие мыши. А вон они, вон они, да, мыши? Да. Да, это... В подземельях часто встречаются в зимнее время. Залетают на зимовку сюда. Ребят, выходим в очередной зал. Идем по ступенькам. Здесь очень темно. Такая небольшая подсветочка. Спустились мы с вами в русло древней реки. Когда-то давно, много миллионов лет назад, здесь протекал мощный поток воды. Порода, в которой залегает пещера, собственно говоря, состоит весь горный массив Четвертак, называется мраморовидный известняк. Это прибой известняк, он очень податливый в умывание. И вода, стекающая от древних ледников, расплавлялась в трещины и в разломы, делала подобные полости, и весь горный массив внутри себя имеет полюсную структуру, как сыр. Она засохла здесь, да. Поток воды в этой части пещеры устремлялся вниз, пещера вертикально, удалось ее видимо следовать в минуту 25 метров. Протяженность около 2,5 километров по всем галереям. Люди, которые занимаются исследованием пещер, называются спелеологи. Сосуды сосульки называются сталактиты. На дне пещеры сталагмиты. Если они срастутся в колонну, будут называться сталагнаты. А вот тут, друзья, мы подходим сейчас к костям мамонта. Перед нами останки древнего животного. Это мамонтенок. Попал он в пещеру в возрасте примерно 13-15 лет. Продолжительность жизни этих животных была прекращена с продолжительной жизнью нынешних слонов. 60-70 лет. Это 15-летний подросток. Попал мамонтенок в пещеру через провальный колодец. Мы увидим его чуть ниже в главном зале. Падение произошло примерно 30-40 тысяч лет назад, это времена последнего ледникового периода. Кости довольно-таки хорошо сохранились, они были занесены слоями глины, она оказалась хорошим консервантом. Палеонтологи извлекли кости из глины на поверхность, покрыли специальным раствором, и на этой ровной площадке скелет был выложен для наглядности. Почти полностью собран, кроме головы, ее найти не удалось по сей день. Мы с вами видим естественный вход в пещеру. Именно через него сюда попали животные, то есть и мамонтенок, и мы еще чуть позже увидим экземпляры. Да, и первые люди сюда спускались тоже через него, еще в средние века. 16 век, первые упоминания в архивах землевладельцев. Ты здесь жили, нет? Нет, здесь не жили. Приходилось им сюда спускаться за тушами упавших животных. То есть, как мамонтенок в пещеру под Иосы, которые в то время паслись отарами на поверхности. Об этом есть упоминания в архивах, и название имени БР-Хасар в этих архивах уже фигурирует. Какие-то более древние сведения о названии не сохранились. Оно тюркоязычное. Эминду, Баирский Хасар, колодец. Колодец на склоне горы в дубовой роще. Так в то время называли пастухи эту пещеру. 1927 год. Сюда спустилась группа гидрогеологов под руководством Желтого и Василевского. Спустились они сюда для того, чтобы вообще изучали гидрологическую сеть горного массива, красили здесь воду и внизу искали выхода этой воды, чтобы потом последующими работами сделать запруды
и обеспечить Крым пресной водой. Ага. Южный берег был, кое-какие части южного берега были запружены, были сделаны водохранилища. Аянское водохранилище, Симферопольское, ниже по реке Слоги. В общем, люди занимались поиском воды здесь. Запомните. Да, 27-й год. В основном, конечно, все исследования в зимнее время происходят. Тоже динозавры. И перед нами еще три несчастных представителя фауны ледникового периода, которые попали в эту пещеру в естественную ловушку. Перед нами лежат промысловые животные 30-40 тысяч лет назад. На поверхности на них велась активная охота. И на местах стоянок того человека, того охотника, найдены обглоданные кости этих животных. Итак, слева направо, вот то, что маленькое, это сайга. На планете Земля он еще до конца не вымер. В Крыму последнюю такую поймали в 20-х годах прошлого века. Он краснокнижный, да? В Средней Азии нет. В Средней Азии в степях они бегают. Посередине лежит вот такое животное. Это бизон. Бизон. Ближайшие родственники зубры. Кавказский заповедник, Беловежская пуща. Можно таких животных встретить. И там вдали... Олень. Олени до сих пор в крымских лесах можно встретить. Так, маршрут у нас вот здесь, да, уже? Да, здесь это крайняя точка, да. А вообще на 125 уходит в глубину пещера. Исследовано 125. Нижние этажи для посещения закрыты. Они являются минералогическим заповедником. Последняя экспедиция была в 2000 году. В сети, когда дома окажетесь, наберете имя Берхасар, сокровищница Крыма. Это кино про нижние этажи, 25-минутка. Угу. Про нижние этажи в 2000 году сняли. Вот. И она закрывается, чтобы не разрушалась? Или что? Да, или пока она еще там кристаллики такие очень хрупкие. Да, если туда массово будут ходить даже спелеологи с экспедициями, просто все сойдет на нет со временем. Поэтому экспедиции туда очень редкие. Да, такие вот кристаллики такой формы, называются они арагониты, найдены здесь и на острове Свободы. Пока. А, в общем, все, ребят. Ален, ну как вам понравилось, Ален? Да, мне понравилось? Очень нравилось. Да, друзья, конечно, нам надо было идти дальше. Там и озеро нами, есть, да. И еще залы открытые. Пошли, пошли, пошли. А так будем приезжать, посмотрим. А вот 400 рублей вот задний вот этот вот аметист. Вот, нет, вот выше. Вот этот. Ага. Вот такой вот красивый камень, как он аметист. Называется? Аметист. Аметист. Больше на мрамор похож. Это не здесь. Не здесь, да, его нашли? Нет. Вот такой вот красивый камушек. Все, ребят, выходим уже, идем на выход. Это вообще было. Именно древние животные. Да, кости древних животных, конечно, впечатляет эти животных. Еще там просто много. Представляешь, там сколько лет было назад, ты понимаешь, что... Ты попадаешь куда-то в историю. Вот. Очень такая, знаете, погодка свежая. Дождик моросит, в лесу прям хочется запах идти, свежий, идти, да. Идти, хочется идти, еще. Идти. Но, знаете, желаем каждому, друзья, вот так погулять по горному Крыму, да, полазить по пещеркам. Виды здесь потрясающие. Сама атмосфера, конечно, она всегда тебя энергией, лес, природа, держит. Она тебя энергией подкармливает, насыщает энергией. Глянчик, не шарши, пожалуйста. Все, все, друзья. Вот такая была экскурсия в пещеру Эмэнэбэйр Хасар. Легенду эту придумали. Вот. Нам сказал спелеолог. История пещеры на самом деле совсем-совсем другая. В общем, все. Кто не подписан на канал Крымские маршруты, друзья, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на наш второй канал «Не строитель». Оценивайте видео. До следующих новых маршрутов. Пока-пока, друзья.